Сергей, почему вы решили начать заниматься дзюдо и именно вот по программе семейное дзюдо? У меня очень простая ситуация. Когда у меня родился второй сын, мне не хватало физических нагрузок. И будучи в Новосибирске, я узнал, что бывают семейные группы восточных боевых искусств. И узнал, что дети туда приходят с 4 лет. Собственно, моему сыну исполнилось 4 года. На данный момент, находясь в Москве, я нашел группу по дзюдо. И, учитывая мое борцовское прошлое, привел сюда детей. Чем, несомненно, счастлив, потому что для меня лично это глоток свежего воздуха в бесконечном цейтноте обычных дней. Вот. Дети счастливы. 4 удовольствия в одном. Счастлив отец, физические нагрузки. Дети физические нагрузки получают. Проводим время вместе и просто получаем удовольствие. Дмитрий, вы в детстве никогда не занимались дзюдо и после 30 лет вот решили вдруг начать изучать дзюдо. Какая мотивация у вас? Я прежде всего хотел сыну найти что-нибудь подходящее. Ну вот борьба мне понравилась, я много изучал, читал, смотрел и, в общем, выбрал дзюдо. Нашел эту школу прекрасную, отдал сына, но наблюдая за тренировками, самому очень захотелось заниматься, вот, поэтому я присоединился, о чем не жалею. Евгений, вы человек уже, так сказать, созревший не только морально, физически, но и во всех отношениях, и у меня вопрос такой. Дзюдо вы начали заниматься тоже уже после 30 лет. Почему именно дзюдо? И вот так, такой вопрос. Почему именно дзюдо, а не что-то другое? Ну, во-первых, я по жизни человек спортивный. И всегда спорт шел рядом со мной. В школе это был футбол, баскетбол, настольный теннис. В университете стал заниматься боксом. После университета увлекся плаванием. Последнее время увлекаюсь забегами на длительной дистанции. Вот. И дзюдо – это один из способов самовыражения, во-первых. Для меня это тонус, это физическая подготовка и это твердость характера. Кроме этого, я считаю, что своими тренировками, занятиями, своими успехами в дзюдо я показываю пример своим детям, которых у меня 3. Вот, и мне интересно создавать здоровую спортивную атмосферу внутри своей семьи. Вот, поэтому кроме своих занятий я всегда с удовольствием вожу своих детей на семейное дзюдо. И для них это не просто ОФП, не просто физкультура, но и стимул для достижения каких-то конкретных поставленных задач. Поэтому все, что дает нам дзюдо, это физическая подготовка, это внутренний рост, вот, это здоровая атмосфера и любовь к жизни.